рассада розы кустовой брази Кэтфилл, один из самых эффектных сортов английских роз, зачаровывает нежными, будто светящимися розовыми цветами. Благодаря округлым, загнутым внутрь лепесткам, соцветия похожи на пионы. Аромат приятный и весьма сильный. Несмотря на большие габариты, кусты выглядят опрятно и гармонично. Идеально подходят на роль основы цветочной композиции. Побеги прямые и прочные, листья темно-зеленые, округлые. Многолетник продолжительно цветет, почти весь сезон, и завязывает семена. Особенности розы брази Кэтфилл. Любят солнечные, открытые участки для посадки. Нуждаются в дренированной, питательной и слегка кисловатой почве. Корни плохо переносят грунтовые воды. Роза кустовая брази Кэтфилл – это кустарники высотой 30-50 см с типом роста, сильнорослый, диаметром 90 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август. Аромат у цветов сильный. Окраска цветка розовый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 14-16 см. На цветоносе обычно располагается 1-3 цветков. Весной листва по цвету темно-зеленые. Розу кустовую брази Кэтфилл создал Остен Ака. Годом создания растения считается 1990. Растение заслуженно завоевало следующие награды. Звание «Лучший современный шраб» конкурса роз Американского общества розоводов ААРС 2001. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.